деньги. О, а вот денежка тут у меня. Ну, у меня 2000, у меня было 5000. Осталось вот. Ну, мне хватит пока. Вот. 500, вот 1000 дам. А вот еще. О, я их заворачиваю. Да. Все, мне, я живу. Да. Так, все. Так, в общем, я сейчас не пью, потому что почему? Так, сейчас, вот с этого апреля, вот с этого, ну, Христос воскрес, что ли, как у нас. Да я такие праздники не считаю за праздники. Они мне совершенно не нужны, эти праздники. Потому что в улицах только вот шляюсь, ой, одни пузыри. Пьют, жрут, не могут нажраться. Ой. В супермаркет заходят они, например, заходят. Ой, и то и надо, и это набрать, и это все. Сейчас набирается. А эти в супермаркет говорят, что тебя столько не делают? Да? Ну, еды какой хочешь, такой бери, да, какой хочешь, да. Все делай. Короче, вот одна картошина, с одной картошины можно сделать 1000. За 1000 продать картошину. Вот одну картошину можно 1000 продать. А лимон можно продать еще дороже, лимон продать. Все зависит, как ты все это сделаешь. Да. О, все вот. Короче, и вот так они супермаркеты и делают, да, вот, все делают. И я, короче, ты думаю, да ну на помойках. Один хрен все очутится. Да вон сейчас все время на помойке, сейчас вроде там нормально, да пойдет, что прокисят. А я прокипячу, пойдет. Я же не отравился, живу нормально, у меня собаки все едят. На. Все едят. На. А, так что долго придется ждать, когда я подохну. На. А то некоторые говорят, некоторые говорят, о, да ты подохнешь скоро, да, ждите, подохну я, вот денежка, я сейчас решил вот с апреля, короче, сейчас как крутанусь и должен, по идее, собрать 12 тысяч, короче, вот 12 тысяч к зиме сделаю, 12 тысяч, но я их 12 тысяч тратить не буду. Все. А это вдруг у меня вело сломается, или камера проткнется, да. А я как, что-то сломается. А что уже делать его, да? Выкинет. Он купил камеру, вот представляете, новую камеру в упаковке. Купил камеру, поставил, да. Чуть поездил, она у меня, короче, накрылась эта камера. Ну, дырка получилась. Я клей, короче, купил. Начал эту, короче, клеем заклеивать. И вы представляете, что у меня получилось? Камера на глазах у меня раскисла. Как дерьмо сделал. Да что это, камера столь? Я вот теперь боюсь эти камеры. Что это такие камеры? Хрен было. Вот чтобы или клей такой был, что разъел. Или я не понял, что это. Короче, я... Короче, потратился и на клей, и на камеру. Я, короче, что-то, что браковать, камеру или клей, что там так получилось, что у меня как камера на моих глазах расплылась она. Я, короче, вот эти камеру выкинул на все. Правда, ниппель бронзовый там отрезал, думаю, поделают мне. Капелька подделать, зам на металлолом, да.